готова, Вера? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию. Нашла. Снимаются все маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, Марина выходит из своего биоробота, становится рядом. Если в ее биороботе находятся чужеродные копии, голограммы, любые другие артефакты, все это чужеродное выходит и зависает в воздухе перед ней. Тонкая копия вышла, нет у нее голограмм. Хорошо, защищаем Марину с защитными потоками чистых энергий Абсолюта. Берем Марину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Марины поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. На месте. Хорошо, мы приветствуем Марину, интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Марины, под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. От этого все выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки, сила моего намерения, притягивается в клетку-тюрьму и становится заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Марины. Находит все. У Марины Меркаба стоит. Да. Но она у нее как не активирована, она закрыта с двух сторон. И все энергии у нее, они собрались, сбились внутри. Интерферентов у нее нет. Она заправляется энергиями или она не синхронизирует? Посмотри, считай информацию, пожалуйста. Не проходит. У нее... как заблокировано. Как эта блокировка проявляется? Откуда она ей взялась? Надо Меркабу активировать. Хорошо. Марина, вы меня слышите? Слышу, да. Хорошо, Марина, давайте сделаем так. Я сейчас вам скажу слова, а вы должны будете эти слова повторить и посмотреть тогда, что получится. Мы сейчас хотим вам активировать Меркабу. Меркаба – это защита. Защитный каркас. Выглядит как звезда Давида. Вот, вы стоите внутри. Вы даете себе команду. Значит, 3. Создаю защитную оболочку. Подсоединяю себя к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в моем биополе. 1, 2, 3. Пошел процесс. Описывай, Вера. Но Меркава стоит у нее уже, как я сказала, защиту она дает, но она у нее не активизирует энергии Земли и космоса. Хорошо. Тогда Марина должна дать команду на счет 3 «Активирую Меркабу в моем биополе». И на счет 3 Марина активирует Меркабу в своем биополе. 1, 2, 3. Она должна представлять энергию Земли и космоса. Снизу, сверху открытая. Хорошо, Марина, вы представьте себе, сейчас идут 2 потока. Один, который поступает вам в стопы, который вам в макушку поступает. Эти 2 потока соединяются и выставляют вокруг вас эту защиту Меркаба. Как я говорил, вы стоите внутри ее. Нижняя часть крутится в одну сторону, верхняя ее часть крутится в другую сторону. Она золотого цвета. Может быть, белая. Она поняла, она ее представила, потоки пошли. Пошла синхронизация. И, значит, 3. Синхронизируем и гармонизируем все энергии в биополе Марины. 1, 2, 3. Энергия распределяется по своим чакрам, по цветам. И надо дать энергии 320 и 27 вибраций. И 27. И на счет 3 в макушку головы Марина начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота ее вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. У нее в голове мысли какие-то, страхи. Вот этот поток их прочищает. И обязательно поток этот нужен. Хорошо, Марина, повторяйте это упражнение, эту команду. И представляете, это самое главное, визуализируйте.
как это все происходит. Это не пустые слова, они несут за собой определенные действия, даже которые вы не видите, но вы должны все-таки пытаться развивать свою визуализацию, интуицию и представлять эти потоки, например, как я сказал, поступают в вашу макушку, это 7 потоков, цвет радуги. Это не все поступают. Она говорит, что я пока не вижу, но я чувствую. Закончил. Пытаетесь и видите. Хорошо, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо, мы закончили. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Ты готова, Вера? Готова. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Елена выходит из своего биоробота, становится рядом. И если в ее биороботе находится голограмма или копии, все чужеродное выходит и становится рядом. Голограммы нет, вышла тонкая копия. Хорошо, защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Елены поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Выстраивается канал, ведущий в клетку-тюрьму. И ответственность за эти энергии под ключки сил моего намерения притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Елены, находит все. У нее приниженные чакры сбились, и все энергии у нее внизу, в ногах. Понятно. Красная, оранжевая, желтая. А верхние чакры она не питает. Она заправляется энергиями и вибрацией, поднимает, считая информацию. Выставляет тебе защиты? Активирует Меркабу? Нет. Поднимает энергии, вибрации? И этого не поднимает, да? Нет, у нее нерабочие верхние чакры абсолютно. А нижние – это здоровье. Про здоровье она думает. Про вес, эмоции, но не очень. Меньше. И верхние чакры у нее вообще не, как не активированы. То есть она вообще не космос, она чисто у нее земные заботы, да? Да, которые вниз сбились все, вот ими она озабочена. Видите, Елена, как получается? То, о чем мы думаем, это видно на астральном плане. То, куда мы поставляем свою энергию, туда она и уходит. Вы интересуетесь определенными темами, эти темы притягивают всю вашу энергию, которая оказывается в ногах. Соответственно, я могу утверждать, что вы духовно просто не развиваетесь. Вы остались на чисто земном уровне. Она говорит, а как? Этим надо интересоваться. Когда вы начинаете интересоваться, открываются перед вами новые двери. Вам будет дано очень много информации, хотя бы тот же интернет, тот же YouTube. Слушайте, слушайте свое сердце, как оно резонирует. Получайте новые знания, учитесь чему-то. Если вы только думаете на обывательском уровне, что это как зубы почистить, вот они чистые и все нормально, и можно дальше кушать что угодно, вот, то это так не работает. Как вы видите, у вас все энергии сбились. Сейчас мы вам все это поправим, я вам покажу полностью всю процедуру, как это делается. После этого вы будете это делать самостоятельно каждый день. Обычно это делается утром. Вы готовы? Она говорит, что я пыталась 2-3 раза сделать. О, 2-3 раза, так много. Хорошо, это, конечно, за 2-3 раза. Но ничего не почувствовала.
И вы ничего не должны чувствовать, вы должны быть уверены. А если вы будете развивать себе это, называется сенсорика, например, представлять себе закрытыми глазами какие-то цвета или ментально пытаться зайти в соседнюю комнату в расслабленном состоянии, находясь, то есть в духе, пройти, посмотреть и так далее, как это находится, но вы этим не занимаетесь. Эти дороги всем открываются, тех, кто готов к ним. Энергия должна исходить от вас, и это желание, это самое важное. В настоящий момент мы не видим у вас желания сильного развиваться дальше. Но я вам сейчас покажу, как заправлять себя энергиями, гармонизировать и синхронизировать. Это вам поможет для того, чтобы все свои энергии гармонично распределить по чакрам. После этого вы будете в состоянии нормально думать. Возможно, вам будет намного легче входить в состояние медитации и искать, смотреть вовнутрь, что вам там откроется. Хорошо, Верочка, посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Елене до полного восстановления и корректировки? 270. И? 26. Сколько у нее сейчас? Считай, пожалуйста, информации, энергии и какая частота вибрации на этот момент? 82. И? И 15. 15. То есть вам практически в два раза больше надо поднимать частоту. В 4,5 раза вам надо поднимать вибрации, тогда у вас будет все нормально. И на счет 3 в макушку головы Елены начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 270% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. В этот момент вы представляете, как потоки поступают в вашу голову. Тут, в принципе, вам не надо представлять, вы это видите сейчас. Но я вам описываю для вашего физического биоробота, как он должен себе это представлять. Она говорит, ой, я пыталась так сделать, но у меня ничего не получилось. А какая разница? Я те же слова повторил. И вы это должны и можете сделать. А теперь скажите сами себе, и я поднимаю частоту моих вибраций до числового значения 26 Гц. Скажите себе. Она сказала, ждет. Получилось, Вера? На нее волны снизу пошли. Да, все верно. Как дрожь. Вот. Первый раз, Елена, вы сами сдали себе команду. Они снизу идут, эти вибрации. Поднимаются снизу наверх до макушки. Говорит, ой, как интересно. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. И сейчас вы смотрите, как ваши энергии распределяются по чакрам. Она говорит, сейчас я чувствую разницу. Я полная энергии. И это всего пару команд. И ваша полная вера в то, что вы делаете. Даже если вы не, видите это своими глазами, как вы себе видите нас, например, сейчас, или в физическом биороботе кого-то другого. Хорошо. Елена, все нормально у вас, вы поняли. Она говорит, все, да? Я все поняла. Замечательно, все. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я на месте. Thank you.